Это мой компьютер дома. Это мой компьютер на даче. Установленная плата КС-868 для вентиляции слабо, вентиляции сильно. Фитоподсветка слева, фитоподсветка справа, полив. Белый свет справа, белый свет слева. Этот канал не используется. Также пишется график температур на даче. Вот они все датчики. Вот они все датчики, все температуры. Это моя теплица на даче в 24 километрах. Вот как я использую плату КС-868 в настоящее время. Это теплица Real Time онлайн видеонаблюдения.